В Саратове ликвидировали очередность в детские сады. Об этом рапортовали власти. В областном центре открыли третий корпус детского сада «Тополек». Дошкольное учреждение располагается в неиспользуемых помещениях школы номер 66. Здесь провели капитальный ремонт и переоборудовали комнаты. За 3 года в Саратовской области ввели 227 детских садов. Из них 35 построены с нуля. Дополнительно появилось 16 тысяч мест. Между тем, городские власти отчитались, что в Саратове очередность в детские сады полностью ликвидирована.